Сегодня региональная Минэкология определит временного регоператора для вывоза мусора на территории, где ранее работал Дюртюли Мелиаводстрой. Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве. Напомню, на прошлой неделе в трех районах и двух городах республики ввели режим чрезвычайной ситуации. Распоряжение подписал глава региона Ради Хабиров. Такое решение было принято в связи с остановкой вывоза отходов в населенных пунктах Краснокамского, Янаульского, Татышлинского районов, а также в Нефтекамске и Агиделе. Территорию обслуживал Дюртюли Мелиаводстрой. Сегодня у компании истекают полномочия в этой зоне. На данный момент пока идет процедура определения нового рекоператора. Вывозом мусора занимаются местные администрации. Вывоз отходов продолжается силами органов местного управления с привлечением техники сторонних организаций. На территории муниципальных образований 15 июля фиксировалось незначительное количество техники прежнего регионального оператора. А в целом сегодня мы определяем временного регионального оператора до года, и ситуация в течение двух недель будет стабилизирована. Напомню, 5 июля Дюртюли Мелиаводстрой лишили статуса регоператора по обращению с ТКО во второй зоне. 6 июля Минэкология подала иск в региональный арбитраж о принудительном распоряжении соглашения с компанией. Ранее Росприроднадзор выявил более 30 нарушений на 5 полигонах ТКО, находящихся в зоне деятельности регоператора.